Новые удобные качели, горка и другие игровые формы теперь будут радовать маленьких жителей деревни Назимиха. Здесь открылась детская площадка в рамках губернаторской программы, которая действует в Подмосковье с 2013 года. Это большой яркий игровой комплекс с безопасным резиновым покрытием. На новой детской площадке помимо игровых элементов также установили несколько скамеек, урны для раздельного сбора мусора и информационный стенд. Что важно и весьма удобно, места, где появляются такие новые детские городки, выбирают сами жители с помощью голосования на портале «Добродел». Общими усилиями с населением мы поучаствовали в конкурсе. Долго выбирали с людьми площадочку, но всем понравилось. Детишки все радуются, и родители. Вот это очень важно, все же совместно произошло. Ну, я думаю, что будут беречь они ее. У нас вот многие уже работают несколько лет площадки, и таких не было таких серьезных замечаний. Для мальчишек и девчонок в честь открытия площадки подготовили праздничную анимационную программу. Все вместе пели, танцевали и заряжались отличным летним настроением. Также у ребят была возможность сделать аквагрим. Обрадовало появление площадки и родителей, ведь теперь их дети смогут совмещать приятное с полезным, проводить много времени на свежем воздухе и играть. Удобно еще и то, что игровой комплекс на оборудованной площадке рассчитан на детей разного возраста, от 2 до 12 лет. Ну, нам очень нравится, она удобная. Тут удобно как бы и маленьким от года, которые ходят, что и большим, так что всем будет комфортно. Стоит отметить, что по программе губернатора в этом году планируется оборудовать сразу несколько детских игровых зон в городском округе Щелково. А в рамках комплексного благоустройства появятся еще 32 новые оборудованные площадки. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.